Всем привет. Вот нам досталось много-много киндер-сюрпризов, и сейчас мы будем их открывать. О, шоколадное яичко. Ням-ням-ням. Так, а что в капсуле? Да это же Шер, генерал Шер из Лунтика. Какой большой. Шмель, да? Так, что здесь у нас будет? Машинка. Машинки тоже люблю, хорошие такие, да. Ими очень удобно играться. Кладешь в карманчик, да, и потом можно в садике достать или в школе на переменке поиграться. Маленькая мягкая игрушка с такими большими-большими глазами. Так, а что в этом будет у нас? О, это божья коровка какая-то. А в зубах у нее какая-то веточка. Странное представление о божьих коровках, конечно же. Еще одна машинка. Сразу две машинки. Это клон первой машинки. Точно. Мило. Да, у нас теперь из Лунтика уже два персонажа. Можно начинать делать сказку. Самим можно играть теперь. Так. А здесь, наверное, у нас будут какие-то куклы. Точно. Я вот не знаю, как ее зовут, но так интересно, да, смотрите. Хорошая фигурка, детальная разрисовка такая. Если вы знаете вдруг, как ее зовут, то пишите в комментариях об этом. Так, давайте смотрим, что еще у нас здесь есть. О, это эльф из Бена и Королевства, по-моему, Бена и Холли, там, где эльфы, вот... И еще кто-то там. По-моему, гномы, что ли, там. Так, здесь что у нас будет? Это, по-моему, из смешариков. Это вот кабан, который... как его, Копатыч, да, зовут его, по-моему. Так, что еще у нас тут? Машинка. Машинка «Скорая помощь». Так, здесь тоже смешарики, наверное, будут. Точно, это Пин, я его сразу узнал. Он главный изобретатель, да. Очень любимый мой персонаж. Смешарика. Так, здесь что будет? Так, это какая-то кошечка, да, такая маленькая, наверное. Угу. О, а это Папа Свин, это я точно знаю, Свинка Пеппа. Я очень любил смотреть этот мультик. Вот там та-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 та. Свинка Пеппа. Так. А еще одно яйцо со свинкой Пеппой. Так, кто будет внутри у нас тут? Ну, тут точно непонятно, как бы, кто это, да? Ну вот. В ластах, да, мы видим. Угу. То есть я даже не скажу, кто это. Это может, которая миссис овца там, которая есть такая. Вот, может, это она была? Так, а здесь кто у нас будет? Кто это такой? Пингвин какой-то, да, такой? С колокольчиком. Так, давайте еще возьмем. Три звездочки, отлично. Так, первый сюрприз, это у нас будут миньоны. Съедаем шоколад, открываем капсулу. Миньон какой-то, вот, видимо, где-то на необитаемом острове каком-то, да, тропическом. Такие морские звезды и юбка из листьев. Так. Тут самое интересное. Тут непонятно, кто попадется нам, потому что тут все серии могут быть. О, кто это такой? Это какой-то пират, да? Скелет. Угу. Хорошая фигурка тоже, так красивая. Угу. Еще, еще. Так. Миньоны, да? Какой-то пещерный миньон, да, прям доисторическая, так сказать, эпоха еще, да, древний мир. Вот, и тут, нате вам, миньон. Так, это кто такой? Пингвинчик на лыжах. Угу. Так, опять глазастые зверушки. Угу. Это похоже на бобра. Вот, у бобров такие хвосты большие. Вот. Хотя с виду голова как бы вроде и не бобра, что ли. Точно не знаю, что это было. У бобров еще такие большие зубы передние.
Еще один миньон. Эх, повторяется. Второй уже такой. Его брат-близнец, наверное. Еще один бобер. Да, у нас вообще теперь два бобра и два одноглазых миньона. Два циклопа таких. Так. О, а это... сейчас, по-моему, Шпуля, да, по-моему, ее зовут в фиксиках. Подруга Симки. Так, кто еще у нас тут есть? Это смурфики, по-моему, да, сейчас тут будут? Точно, смурфики. Но я о них почти ничего не знаю, поэтому даже не знаю, кто это такой. Так, что здесь будет самое интересное сейчас? Машина на больших колесах. Ну вот у нас... предыдущей, да, раскладке была красная такая, даже две было. Монстр кар какой-то был. Так. А это я сейчас точно сейчас скажу вам. Это из Зверополиса, похоже, да? Вот помните, там была такая полицейская, расследование там проводила. Зайчиха. Похожа, конечно, но не уверен, что это она. Я не помню, чтобы у нее такой наряд там был. Во всяком случае, в первой части этого мультфильма. Так, это еще один такой, да, двойной у нас. Кто такие будут? Угу. Кирка, да, у него. И он лед ломает ею. Ну, даже не знаю, кто это такой. Очень странный человек. Так. О, а это лосяш. С такими большими рогами. То есть это не олень, это лось, только смешарик, поэтому лосяш его зовут. Тоже красивая фигурка такая. Так, здесь у нас кто будет? Да-да-да, это про щенячий патруль, точно. Щенячий патруль, и это вот красненький с огнем, да, какой-то пожарный, наверное. Там у них пожарный есть, там есть спасатель еще, да, этот... полицейский, вроде бы. Так, сколько? Три звезды. Вообще супер. Супер просто. Так. Смешарики. А ну-ка. О, ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, и что в капсуле? Это же еж. Точно. Угу. Так. Монстры Хай, по-моему, да, называются эти куклы? Такие большие черные волосы, да, с милированием таким оранжевым. Прям супер вообще. Прическа. Вот, ну, мне кажется, что перебор, конечно, с волосами. Можно же запутаться и упасть. Так, а что у нас здесь? Смурфики, смурфики. Так. Смурфик в красном колпаке. И с красными штанами и ботинками. Так, то есть это пингвинчики. Так, пингвинчики. О, а у них там такой даже был лисенок, что ли? Закрытые глазки. О, свинка Пеппа. Та-ра-та-ра-та-та. Так, это, по-моему, как же его зовут? Малыша этого, забыл сейчас уже. Так. В общем, малыш это брат свинки Пеппы. По-моему, Джорджик, да. Точно. Смурфики. Какой-то прям Супермен, что ли, да. Смурфиный Супермен. Похож как мягкий, да? Как мягкая игрушка маленькая. Это понятно, это повар. У него такая большая крышка какая-то. И какая-то палочка. Может, это не повар, может, это какой-нибудь врач, да? Который смотрит, что у кого во рту, там, скажите, «А-а-а!» И потом вот берет еще вот этой крышкой по голове так бах, ой-ой-ой-ой-ой. Так, что у нас тут еще есть? Вот давайте посмотрим. Монстры Хай. С длинными то ли это уши, да, такие, наверное, у нее. Ну, как-то они такие прям уши не очень красиво смотрятся. Так где они у нее растут? На затылке, что ли, выходят? Да. Машина со звездочками. Так, а что у нас здесь? Так, а здесь у нас опять какой-то большеглазик, вроде как бобер, да? Вот такой хвост у него. Опять только другая уже фигурка. Так, миньоны. Какая-то девочка.
Я не помню такую там. Я просто одну серию только смотрел мультфильма, поэтому не скажу вам, кто это, как ее зовут. О, вот здесь сразу понятно, черепаха. Даже не черепаха, я бы сказал, черепашонок. И по плавникам мы видим, что это именно морская черепаха. Черепашонок морских черепах. Если бы у него были лапки такие вот прямые, да, такие как копытца, скажем так, то это было бы сухопутное. А так у него плавники, что характерно исключительно для морских черепах. Ну и, конечно же, которые земноводные такие вот. И на воде, и на суше. Так, кто у нас здесь? Угу. Так, здесь какой-то крокодил Гена, да, только вот в новом обличии. Как мартышка прям стоит. Вот в мультике, помните, да, 38 попугаев, по-моему, мультфильм назывался. Там мартышка так делала. Тоже так глаза закатывала, открывала рот. А здесь что-то крокодил. Ну, может, это просто зеленая мартышка, конечно. Так. Еще одна машинка. По-моему, такая была уже, да? Миньоны. Миньоны, так что. Ого, это у него какая-то шапка такая большая. Или это волосы такие, непонятно. Прическа, конечно, супер. Отлично! Супер! Так. Вот то, что я вам уже говорил. Вот зайчиха из полиции, из Зверополиса. Кстати, хороший мультик такой. Интересный очень, мне понравился, да. Зайчиха из Зверополиса. Держит в руке полицейский жетон. Это рыбка такая. Это что ли пена, или что это такое, или это просто коралл так растет из сундука. Так, миньон. Пальто такое, миньон, видимо, холодно было. Мила, еще одна, у нас уже была Мила. Давайте мне Лунтика, или там, ну, Кузю, может быть, я не знаю. Так, свинка Пета. Так, что у нас тут? Это тоже вроде бы Джордж. Только уже в костюме повара. Ну, или помощника повара. О, фиксики, тоже люблю фиксиков. Очень хорошие фигурки часто попадаются. Это же Игрик, точно. Один из самых умных фиксиков среди учеников. Ну, мне так кажется. Так. Ну, какие длинные красивые волосы тоже. Красивая, да, фигурка? Супер. Так, миньоны, миньоны, это доктор зло какой-то, да, вот такой прям в руке держит какую-то бутылочку с зеленой жидкостью, точно, очень опасный и злой доктор. Фиксики, это же Файер, точно, я вот смотрел последний мультик с Файером, там где фиксики большой секрет, так он там стал электрический, представляете, электрофайер там был такой, вот, и перемещался по розеткам, вот как телепортировался такой, с одного места в другое мог перемещаться через розетки, и он там стал злым, вот, его там лечили потом. Так, еще один миньон, здесь вот он в какой-то форме военного, да, одноглазый миньон был, так. Королевство Бена и Холли. Это же папа девочки, да, там где магия. То есть это не эльф, это который... То они там гномы, да, считались, или наоборот, я не помню. Вот так, король. Так. Миньон-пират. Ну, интересная такая тоже фигурка. Ну, давайте еще один миньон. Не, если честно, сама серия миньонов как-то вот, ну, не очень... Хотя есть у меня фигурка миньона этого, Лего. Лего миньон. Тоже интересно. Так, собачка, да? Это, видимо, как строитель, что ли. Так, вот эти хорошие, мне нравятся. Одни из самых лучших. Да, отличная разрисовка такая, прям супер. И вот эти фигурки одни из самых любимых. Савунья. Савунья пляшет, видимо, какой-то танец. У нее в руках
то ли ананас, то ли морковь. Ну, мне кажется, все-таки это ананас. Только за что она его держит, как бы я не пойму. А, это вот эти, которые, как они называются? Погремушки. Сейчас забыл уже, как они называются. Ну ладно, давайте следующего посмотрим. Девочка с чем-то белым. Какая-то сладкая вата, что ли, может, у нее, или что это такое. Так. Такая вот какая-то зеленая. Да? Зомби, наверное. Хотя, может, и не зомби, я не знаю. Тут не написано. Так. Еще один миньон. Мальчик теперь. Этого у нас была девочка из миньонов. Теперь мальчик, наверное, ее друг. Так. Открываем. О, пират. Это какой-то капитан пиратов, наверное. Если до этого был какой-то рядовой пират, да? Мы видели из миньонов. То этот, наверное, какой-то капитан прям. Так. Фиксики. Любимые фиксики. Это же Симка, сестра Нолика. Они вдвоем одни из самых главных героев. То есть там, получается, Нолик и Симка – это самые главные фиксики героев, в смысле, самые главные, которые больше всего встречаются в мультфильме. Ну и сам Дим Димыч еще, конечно же. Так, а здесь у нас, наверное, монстры будут, да? Ой, вот этот монстр, он такой какой-то несуразный. Не знаю, мне он больше всего, кстати, один из самых таких вот монстров, которые вот, ну, не то чтобы не нравились, но я считал самым глупым и самым таким вот он какой-то никакой вообще. О, это какой-то олень, что ли? Или лось? Наверное, лось, да, на оленя не похож, это, скорее всего, лось. Так. Пингвин опять со звоночком. Барбоскины, точно. Кстати, вот интересный факт про семью Барбоскиных. Вы замечали, что все вот эти вот щенята, да, ну, как бы дети у Барбоскиных разных пород? Хотя все дети должны быть одной породы. Ну, там, похожи или на маму, или на папу. А у них все дети разных пород. Тоже интересно, что-то они так сделали. Это кто такой? Это рыба такая, которая надувается. Рыба-шар. Видимо, как с иголками, что ли. Ну, я знаю, есть такие рыбы, которые так плывут вроде нормально-нормально, а в случае опасности они вот так вот надуваются. Так. Еще. О, это главный герой. Самый главный. Он очень умный. Он придумывает самые страшные истории, самые страшные фокусы, там, как пугать детей, людей. Вот. Но, тем не менее, один из самых нестрашных. Такой, как зеленый M&M's прям. Кунг-фу панда. У меня, кстати, есть фигурка кунг-фу панды. Это из третьей части, видимо, кунг-фу панды. Это его отец. Вот, у меня из первой части кунг-фу панды есть сама панда. Ну, и там есть еще остальные, там, всякие богомол есть, тигрица. Но это именно из третьей части. У меня такой фигурки нет. Так. Лунтик. Ну, как-то он выглядит какой-то, как, не знаю, мне кажется, что-то тут напутали с разрисовкой или с самим созданием. Уши у него какие-то неправильные. Как будто какой-то глупый лунтик. Или я бы даже так сказал, как будто бы это еще до того, как он спустился на землю. Вот. Как будто бы он тут еще меньше, чем есть на самом деле. Ну, в смысле, младше. Так, давайте посмотрим вот это. Ну, такая уже была у нас. Так, пятый уровень пройден, отлично. Так, миньоны. Почему их тут так много? Фиксиков вы там или лунтиков вы сделали? Эти тоже непонятные зверухи. Это, по-моему, лемур, да? Как-то так называется. С такими полосатиками. Зеленота видно. Так. Угу. С фиолетовыми волосами, тоже какая-то белая кожа, наверное, что-то очень страшное. Наверное, какая-то колдунья, наверное. Так, королевство Бена и Холли. Сама вот была наша Холли, да, наша принцесса. Или это няня их, я уже не помню. Вы, если что, пишите в комментариях, кто это был. И я прочту потом. Приму это к сведению и буду знать вместе с вами. Так, это какой-то тоже строитель, миньон.
О, свинка Пеппа. Отлично. Опять в ластах, непонятно кто. Или зайчиха, крольчиха, может, это еще. Я вот что думаю. Ну, я не помню такую серию, чтобы там кто-то в ластах ходил. Так, опять у нас подруга Симки. Шпуля, по-моему, да, ее зовут? Так. О, это, видимо, подруга Реда. Красной птички. Так, кто еще есть? Какие-то поезда, что ли. Точно, вагон. Какой-то старого образца какого-то. Так. Глазастики наши. Такой уже был у нас. О, такого не было. А кто это такой? Ну, какой-то енот, это понятно. Но что за енот какой-то? Ну да, интересно. Так. Опять миньоны. Ой. Лишний раз откусил. Так. Здесь у нас опять бобер. Зайчиха. Второй раз уже попалась эта зайчиха. И скелет тоже второй раз. Так, давайте еще последний раз, чтобы так, только хорошие вот только были наборы. Ой, я смотрю, здесь есть и фиксиков, да, много. Кунг-фу панда здесь много. Ну, будем смотреть, кто здесь нам попадется в следующий раз. Слоненок с мороженым. Огромнейшее мороженое. Так, еще кто здесь? Fireman. Rescue. То есть спасатель, пожарник. Пожарный, простите, да. А кунг-фу панда. Вот, тигрица. В боевой стойке какой-то, да, подняла ногу. Так. Это Джордж. Еще один. Так. Даже не знаю, кто это такой. Не, по-моему, все-таки это Холли, да. Это, по-моему, не няня хлам, а именно Холли, да. Еще один дядя Шер. Вот. Это ж если... Представляете, если было два дяди Шеры, да? Вот это вот. Тогда бы объедали бы Лунтика по полной программе. Тут одного этого Шера еле прокармливает, он съедает все пирожки и все выпивает. А если бы два таких было? Так, Симка еще раз. Так, кунг-фу панда. Еще раз отец панда. Какой-то вагончик. Угу. Так. Ой, овца была. Вот это вот. Овца из Зверополиса. Точно, секретарь. Она была самая-самая главная злодейка. Никто на нее не думал, потому что она притворялась такой беззащитной, слабой. Вот. А на самом деле она провернула очень серьезную злодейскую там аферу, в общем. Так, это какой-то непонятный чудик. Даже не скажу вам, кто это. Но это из смешариков, просто я сейчас не могу понять, кто это. Нет, не скажу вам так. Давайте еще посмотрим, кто здесь есть. Щенячий патруль, так. Угу. Мягкий вариант. И снеговик. Так, ну мы, я думаю, с вами уже тут много насобирали фигурок. Давайте посмотрим, какие фигурки у нас уже есть. Так, вот такие вот коллекции, смотрите, про пиратов. Про пиратов есть, значит, у нас девочка с ружьем, такая вот ковбойская, да, такая вот. Так, есть еще вот такой вот злодей. Я, кстати, не знаю, кто это, но, видимо, какой-то отъявленный бандит. Вот, вид у него такой страшный очень. Так, ну, понятно, пират. Скелет. Так. Капитан пиратов какой-то. И вот какой-то мальчик еще есть. Тоже с такой разрисовкой. Кость у него за спиной.
Так, посмотрим еще, какие у нас есть тут серии интересные. Вот, ну, у меня Барбоскины. Барбоскины их только 4. У нас же 2 фигурки. Ладно, так, Барбоскины. Но этих не будем смотреть. Еще я хотел посмотреть фиксиков. Вот, фиксики, отлично. Папус. Смотрите, есть папус. Такой вариант. И есть вот такой вот вариант папуса. Кстати, какой вам больше понравился, тоже пишите в комментариях, ставьте лайки обязательно. Так, ага, есть сам нолик. Вот сам нолик есть. Так, тут, собственно, еще собирать и собирать, я вам скажу. О, Немо, да? Так, такой вариант. Это вроде как скалярия. Знаете, такие рыбки аквариумные, похожи. Вот, если он треугольный. Так. Ну, в общем, тут понятно тоже все. Так, так, так. О, кстати, вот насчет лунтиков. Смотрите, вот такой лунтик мне нравится больше. Да, такой какой-то более настоящий. Но, по-моему, у лунтика еще должны быть, кстати, ушки с другой раскраской должны быть. Внутри там более темный цвет должен быть. Такой вот веселый лунтик. Так, пчеленок. Вот пчеленок, да, тоже молодец. Очень мне нравится. Из этих героев тоже хороший. Так, Кунг-фу панда, Маша и медведь. Пока ничего не так. Ого, больше всего, конечно, вот этих всяких смешариков и свинки Пеппы. Так, ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!